здесь сразу же у вас магазины, кафе. Здесь даже ногтевая студия есть. 21 ноября у них уже тут развеселье. Елка от Тиффани стоит. Есть оборудованные курилочки. Такие, кстати, модные. Вот так приехали вы на поезде из города, из Цюриха, сюда в аэропорт. Это одновременно получается и станция для поездов, и одновременно сразу же вы в аэропорт. Вот так вы поднимаетесь. Никаких выходов на улицу, ничего такого нет. И здесь сразу же у вас магазины, кафе. Здесь есть небольшой типа супермаркетик такой. Хотя как небольшой. Не маленький такой. Блин, куча всяких магазинов. Начиная вот, к примеру, вещи там типа Нью-Йоркер. Всякая электроника. Банкоматы, Starbucks. Кафушки всякие. Аэропорт сразу же напоминает торговый центр. Вот когда поднимаешься со станции поезда. Кстати, из города ехать всего 10 минут. Здесь даже ногтевая студия есть. Кофейни в любом количестве. Starbucks, портоманжер, всякие там разные вещи. Тут вот вещи, чемоданы. Я говорю, реально, торговый центр, не аэропорт. Ну пока, это вот я на второй этаж поднялся. Точнее, получается, поезда приезжали на как бы подземный, потом получается первый один этаж, это второй этаж. Дальше мне надо еще наверх куда-то. Я не знаю, нафига здесь это надо, здесь даже кофе Чиба, магазин отдельный есть. Ну, понятно, швейцарские часы везде. Напоминаю, что Цюрих раз в 10 меньше Москвы. Еще поднялся на очередной этаж, я уже сбился, честно говоря, с их счету. Четвертый, по-моему, и опять очередные магазины, очередные стойки, очередные кафе. Прошел все эти security контролы, все проверили, и вышел я, значит, в зону ожидания. Весь этот вот проход у меня занял? Минут 10, наверное, в общей сложности. Достаточно быстро. Город находится между двумя горными вершинами на берегу Цюрихского озера. Если вы захотите заказать местное такси, то знайте, что оно здесь самое дорогое в мире. Каждые 5 километров здесь обходится 50 франков. Десятка самых популярных межконтинентальных маршрутов, включая Дубай, Нью-Йорк, Тель-Авив, Сингапур, Бангкок, Гонконг, Мускат, Нью-Йорк, Майами и Чикаго. Зоне D, здесь много зон всяких у аэропорта, да, и все, блин, новое, все современное, опять кофемагазинчики, всякие, ну там, кофешопы, да, барчики, магазинчики, и что мне нравится здесь, чувствуется пространство, реально помещение здоровое, то есть люди не толпятся, не жмутся, задница к заднице, да, как в некоторых аэропортах нашей родины. Вот, а здесь как бы свободно, это классно, это хорошо. Блин, ребята, здесь даже в туалет заходишь, и, блин, музыка играет, слышите? И пахнет, блин, приятно, понимаете? Полочка, куда можно поставить вещи. И вот такая штука, где после выхода нужно нажать про сервис, довольны мы или нет.